Всем доброго времени суток, с вами Асина, и сегодня мы вновь окунаемся в сладостный мир Vampire Masquerade Bloodlines, в темную ночь Лос-Анджелеса, в ее тайны и загадки. Я так стремилась к этой игре, я так хотела в нее поиграть, но технические проблемы и неудачи не давали мне это сделать. Но, как видите, невообразимо удивительным образом я вновь очутилась у башни Вентру. Сейчас я вам объясню... Простите. Как же это произошло? Произошло это следующим образом. Мне вновь пришлось убивать страшных китайских братьев. Вот пришлось и все тут. Я снесла русификатор... Убила их, выкрала саркофаг, привезла к князю. Князь очень этому порадовался, но выяснилось, что саркофаг открыть нельзя. Нужен специальный ключ. И тут вуаля, Бейкит, которого мы встретили, когда взрывали в какой-то там, я не помню в какой серии, взрывали мы склад. Бейкит пришел и сказал, что мы дураки, и над нами все посмеются. Ну, конечно, не так. Завуалировано, но примерно это он подозревал. Его сарказм чувствовался за версту. И тут мы вновь встречаем Бейкета. Бейкет находится у князя. Бейкет говорит, что некий доктор Йохансен, который... Или Йохансен? Неважно. Я думаю, это точно неважно. И вот этот некий доктор знает, каким образом надо открывать саркофаг. Но, опа, доктора тоже выкрали, как саркофаг в свое время. Но выкрали его инквизиторы. И надо заявиться к этим инквизиторам и показать, что же они такое сделали нехорошее. Как нам это им отомстить? Давайте просто заглянем в очередной раз в квестбук. Общество защиты профессоров. Бейкет хочет, чтобы вы нашли профессора Йохансена, похищенного обществом Леопольда. Надо проникнуть внутрь их монастыря и найти профессора. Мистическая личность. Вы раздобыли для Пиши книгу «Воче де ла Морте» из особняка Джованни. Теперь надо обменяться с ней найденным и получить награду. Я думаю, что сперва нам стоит получить награду. Я подарки люблю. Очень люблю. Давай-давай, пиши, не подведи. Да, извините, если я забалтываюсь. Я так устала. Я сегодня после рабочего дня, и меня был он связан с большим количеством переговоров. Язык просто заплетается, он страшно устал. Но мне хочется играть, мне хочется пройти ее до конца. Vampire the Masquerade Bloodlines — одна из моих любимых игр. Я думаю, вы это уже поняли. Пиши, я иду к тебе. Что ты приготовила для меня, страшная демоница? Yes. Вот книга, которую ты искала. The Voce del Morte. The Giovanni never willingly share their secrets, and I've had little success infiltrating their strongholds. How did you obtain this? Они были слегка рассеяны, так что удалось проскользнуть мимо радаров. It will take some time to translate and unlock the secrets of this. I will have to move on from the city to evade any Giovanni seeking it. Take this. This will complete the terms we agreed to, and I think it is adequate compensation. It is the key of Alamut. It instills dread in those that would harm you, and makes it harder for them to strike you. Make no mistake, our dealings do not make us allies. If indeed we meet again, do not ask me for any favors. I will give you this final advice, however. Leave this city. These are its final nights. Discord looms heavy. I've felt this before. Что ты имеешь в виду? In November of 1938, I was translating documents in Leipzig, Germany, written by a purported Crusades-era necromancer. There also, I felt a sense of impending chaos. Soon after was the Kristallnacht, the wellspring of a new world war. Понятно. Приму это к сведению. Прощай. Простите за странный звук, который сейчас раздался. Это мой глупенький кот решил издать тощее мяуканье. Тонкое, тощее, не знаю, неважно. Сейчас он пытается залезть мне на колени. Это мне тоже не нравится. Хорошо, пиши, большое спасибо. Но теперь нам стоит навестить собственный дом. Давненько мы там не были. Вдруг наша
Гуля приготовила нам какой-то подарок. Купила новый холодильник или новый стол, новый компьютер. Давненько нас там не было. Что за странные подлагивания? Вообще, на самом деле, это что это такое сейчас произошло? Ну, я не знаю, но милая, прекрасная девушка решила прогуляться здесь. А вы не хотите пообщаться со мной? Какая же ты вкусная. Благодарю тебя. Оставлю тебе каплю крови для того, чтобы ты дошла, куда тебе там следует. Так, мне несколько, извините, задолбало то, что у меня постоянно все задирается. Похожу пока в своей обычной, привычной одежде. Тем более она очень сильно понадобится в обществе Леопольда. Я объясню, почему. Всем привет! Я так по вам скучала, поклонники группы Between the Barrier Me, но я понимаю, что здесь играет Ministry, но дай мне денег, Money, Венера. right? Been a Да. while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Спасибо, продолжай в том же духе. Благодарю тебя. Если бы ты налила мне стаканчик замечательной крови, это было бы совсем замечательно. Замечательная кровь для замечательного вампира. Ну, шутки шутками. Теперь-то... Да что ж такое? Еще и насморк до сих пор пройти не может. Ненавижу осень, ненавижу октябрь, ноябрь. Извините. Бывает, периодически начинаю говорить нос. Нос. Дом, милый дом, я иду к тебе. Как вы так умеете выдыхать? Никогда не курила, курить не собираюсь, но меня поражают люди, которые умеют делать колечки из дыма, выдыхать ноздрями. Это ужасно и в то же время как-то удивительно. О, ключ от Mega Girls Company. Карточка ключ от этого интересного места. А, собственно, некий Носферату Митник дал нам задание установить что-то там в компьютер, но извините, я не хочу сейчас этим заниматься. Хочется идти по сценарию, лететь по нему, проходить основные квесты. Мастер? Я вернусь попозже. А что здесь? О, а что это такое? Даймонри. Или Даймонри? Ну, скорее всего, Даймонри. Горячий на ощупь медальон. Тепло проникает в самое ваше нутро и наполняет уверенностью. Вы не уверены, что источник этой силы вы сами, но слишком она соблазнительна, чтобы можно было от нее отказаться. Даймонри увеличивает урон, наносимый тауматоргическими дисциплинами. О, как замечательно. Макс, ведь это ты мне наверняка дал. Я так люблю тебя. А здесь у нас особо ничего и не осталось. Хотя я бы скинула. Ладно, пусть висит, может, продам. Женщина, поставь нормально стул. Почему я не могу пользоваться стулом? Доктор Йоханссон сегодня пропал из своего номера в отеле. Одно непрочитанное сообщение. Друг,
Успех компании зависит от того, что предпримет твой противник. Спасибо, друг. Я люблю шахматы. Я учту твой совет. К Максу даже заходить не буду. Я думаю, нам стоит направиться в сообщество Леопольда. Ты наконец оклемалась, с тобой все в порядке. Я уж и переживала. Так вот, заметьте, почему я сказала, что в сообществе Леопольда нам пригодится легкая одежда. Ну, если вы все-таки... Просто поезжай. Все-таки пытаетесь пройти хоть как-то стелсом что-то, то тяжелая одежда, она издает слишком много шума, она тяжеловесная. Ну, легкий персонаж лучше передвигается, менее заметен. Как бы ни обстояли наши дела, но давайте сперва зайдем в лист нашего персонажа. Давненько мы там не были. 17 опыта. Вау, как же это круто. Мне не нравится моя выносливость. Выносливость точно стоит поднять. Или холодное оружие. Нет, выносливость. Все. Так, давайте-ка сохранимся. Опять я каким-то удивительным образом сохраняюсь непонятно как. Все, отлично. Боюсь я быстрыми сохранениями пользоваться, так как у меня очень часто происходят вылеты. Вот, например, я уже была в обществе Леопольда, сюда заскочила, но быстренько вылетела. Удивительным образом. Кровавый щит. Очищение. Нет. Кровавый удар. Кипение крови. Приятно покипеть. Заметил. Наглец. Заметил. Иди сюда. Иди ко мне. Бах. А тебя я съем. Раз меня заставляют резать все, что я вижу. Это плохо. Дай мне оружие. Ладно, с тобой разберусь после. Иху! Я вас всех ненавижу. Я застряла. Прошу прощения за мое убить пилу, которое я сотворяю. Не мешай мне есть. Ты убил его. Нет, не убил. Он сам умер. Все. Пока. Больше ты меня не увидишь. Если только в своей смерти. Я так надеялась пройти это красиво, но каким-то образом меня все заметили. Нехорошие людишки. Итак, снова начинается такой мини-стелс, который у меня так и не вышел. Я уверена, что кто-нибудь здесь да присутствует. Mm.
Ну, дайте же мне кого-нибудь зарезать. Ну, что же такое? В сосуде мерзости уже много скопилось крови. Отлично. То есть я обошла все кругом. Окей. Память, память. Ты играешь со мной страшные шутки. Lord, I pray now that you give me strength in battle, that I might overcome the hordes of Satan. Надеюсь, надеюсь. Так, power. Off. Then let it be first that I cast a mighty host of demons back into the lake of fire as they came, and then rest finally. Черт, девушка. У меня же есть такая замечательная вещь, как транс. Давайте ей пользоваться. Не видь меня, не видь, не заметь меня. Я надеюсь, я слишком беспалевна. Потрясающе. Все хорошо. Двигаемся дальше. Спать. Спать, красавица моя, спать. Здесь у нас нет никаких секретов. Нет, нету. Так, подождем, пока она проснется, будет двигаться по коридору и спокойненько зарежем ее. Ха-ха-ха. Глупая женщина. Всегда смотри, что находится за твоей спиной. Вдруг я там буду находиться. А-а-а, power. Точно забыла. Не поняла юмора. А, off, конечно же. Теперь поняла. Спи. Здесь никого нету. Ой, да спать, что ты взбуйствовался? Как же мне нравится их так убивать. Пусть злодейские, но прекрасно. Спасибо за кровь, дружок. Power. В принципе, уже можно просто набивать этот код. Ну ладно, мне как-то лень. Лениво мне. Все, отключили. Что было здесь? В принципе, ничего особенного. Патронами я и не пользуюсь. Они мне особо и не нужны. Дневник. Люблю читать чужие дневники. На дневнике выцарапаны инициалы ГБ. Наконец, вы следили Лекруа в Лос-Анджелесе. Он свил гнездо в пентхаусе небоскреба. Прикрывается законным бизнесом, но под сенью ночи командует легионами покорных ему демонов. Молю Господа не спаслать мне силу, но тень нависла над моей душой, подобно темным крылам самого Люцифера. Лекруа меня не пугает и не пугают его приспешники, но все же страх поселился в моем сердце. Пробуждается древнее зло. Деннис пошлет мне Господь силу побороть его. Проснулся этим утром, но солнечный свет не принес облегчения. Прошлой ночью мы потеряли троих братьев в лютой битве с порождениями ада, с приспешниками вампира по имени Алистер Граут. Алистер Граут, для воспоминаний. Мы посетили его особняк и нашли мертвым. Вел смерти объявили. Обвинили Найнсела Родригеса.
Мы не смогли найти его логово, но это лишь вопрос времени. Пусть Господь примет к себе души братьев. Тайна, окружающая анкарский саркофаг Резняна Элизабет Дейн, обеспокоила моих начальников. Мне велели ждать пакета по почте, он должен пролить свет на загадку артефакта. Его появление так кстати. Учитывая недавнее прибытие Лекроа, что-то здесь не так, но я понимаю, что за игра тут ведется, я буду ждать и верить, что ничто не может укрыться от всевидящего взора Господня. Мы наконец нашли логово Алистера Граута, но явились слишком поздно. Демоны уже отправили в ад без моего участия. Я наткнулся на молодого вампира, то есть меня, который, похоже, не знал о гибели Граута. Несомненно, один из выкормышей явился навестить своего хозяина. Сам ты выкормыш. Ну, ты у меня получишь, ты сам жуешь свой дневник. Я позаботился об этом демоне, уничтожил дом. Благодарю Господа, неизменно хранящего меня и братство. Какие-то волнения среди вампирского выводка в городе. Возможно, прибытие Лекруа было нежеланным для других проклятых. Не знаю, но меня это и не заботит. Все они будут сожжены моей рукой или рукой отца. Может, ты сам моей рукой получишь, нагоняй. Анкарский саркофаг украли сегодня из музея естественной истории. Полученный нами отчет полиции наводит на мысль, что за этим стоит демоническая тварь. Сам ты тварь! Ну, сколько оскорблений за один дневник? Я в шоке. Книга, которая вчера пришла из Ватикана, лишь подкрепляет эту теорию. Теперь я знаю, возможно, надвигается конец времен и настает час последней битвы. Прошлой ночью мне снился Лекруа. На этом можно поставить точку и завершить наш замечательный рассказ этим непонятным его представлением. В адском пламени он сгорал. Возможно ли, что это видение неспослано мне Господом, и что я стану сосудом для адского пламени? Прошли долгие годы, слишком долгие. Возможно, душа моего отца сможет наконец покоиться с миром. Так, простите, я чего-то тут перевернула. На самом деле, если вам это очень интересно, вы можете дочитать это на паузе. Я буду медленно-медленно листать. Хотя он вот рассказывает про Гриффит Парк, где произошел какой-то пожар, и, скорее всего, кто-то встретил там оборотня. Ну, горло мое со мной не дружит сегодня. Так, друзья мои, пора встречать смерть. Смерть вам к лицу. Ха-ха-ха! Приятно встретиться. Спасибо за предоставленную кровь. Благодарю вас, девушка. Еще и ключ нашли. Кто там? Кто орет? Кому я интересно? Как я люблю эту магию. Кровавая магия творит чудеса. Вампирский апокриф. Ну, я уже не буду его читать, я даже не буду его открывать, потому что хочется лететь, бежать, стремиться по сюжету. А это меня, к сожалению, останавливает. Хотя просто очень интересно глянуть, что это. Вампирский апокриф, неопознанный саркофаг. Ну, тут, видимо, измышления. Опять же, чуть-чуть пролистаю. Паузьте, если вам это интересно. Читайте. Узнавайте. Да, это все об анкарском саркофаге. Вот оно куда. С вами даже сюсюкаться не хочется. Получи мои катаны. Сладких снов. И тебе в будущем тоже. Высосу тебя до дна. Спасибо, дорогой.
Ну что же, продвижение налицо, мы уже спускаемся в какое-то подземелье. Мотоциклисты за окном. Как-то интересно. Интересно, вампир умрет, если сбросится. Аллилуйя! Пау! Бумс! Привет! Я тут прыгала мимо. Рада встрече. Кусаю в полете. Кусаю в полете. Говорила же. Вкусняшка. Да-да, я знаю, что у меня полный инвентарь. Я знаю, что у меня оружия много. Да и вообще я какая-то стала машина-убийца. Может быть, все-таки стоит переодеться? Приятно взорваться. Щелк пальцами. И до свидания, друзья мои. Что у вас здесь было интересного припрятано? Какие-то клетки. Цепи, клетки. Старые добрые садисты. Что еще сказать? Угу. Привет. Эш? Эш? Эш. Эш. Я же спасла тебя, Эш. Чш, говори тише. Что же ты так кричишь? Я постараюсь тебя вытащить. Постараюсь. У меня есть кое-что. Это поможет тебе залечить раны. Я поищу, как освободить тебя, Эш. Глупенький-глупенький Эш вновь попался. Ну, крепись, я помогу тебе. Меня прекратила работать моя прекрасная магия. Кипение крови, залп крови, кровавый щит. Залп крови. Их здесь много. Каким образом они меня так заметили? У меня и крови особо нету. Ну... Может, здесь что-то... Да, скопилось. Замечательно. Ребята, вам грозит веселье. Веселье-развеселье. Ты умер! Я сама тебя убила. Ты умер на таком расстоянии. Несправедливо. Иди ко мне. Ты правильно двигаешься. Вкусный, вкусный друг. Ну, ладно. Ты же дал мне то, что мог. Я бегу к тебе, я лечу к тебе на крыльях ветра. Не отвлекайте меня от пищеварительного процесса. Это чревато.
Отлично. Отлично, мы со всеми справились. Обожаю клан Тремер. Да что такое? Почему я не могу взять ключ? Ну, ключ. Наберись, ключ. Так, хорошо. Бросить. Угу, бросить. Потрясающе бросил он. Так. Да, заодно мне пригодится эта винтовка, и я думаю, в будущем уж точно. Эш, я бегу, я бегу. Я нашла ключ. Вот бы он нам еще помог разобраться со всеми проблемами здесь. Но он какой-то слюнтявый, конечно, плаксивый. Опять это музыка макароников, то есть итальянской мафии. Эш. Я поищу? Да, да, поищу. Все. Ты свободен. You'll never see me again. I'm gonna go somewhere no one will ever see this face again. Прощаешь. Быстро бегает. Уже умчался. Хорошо. А наш путь ведет... Все вперед и вперед в этот страшный грот. Чувствую нехорошее впереди. А можно мне не идти туда? Но мы гордо откроем эти двери и гордо встретимся с нашим противником. А сейчас нас здесь ждет Бах, коего мы встречали уже в особняке Граута. И его дневник сейчас долго и нудно читали. Загрузка. Давай же. Угу. Я плохо слышу издалека. Бах. Ну ты еще погромче поори. Отдай мне Йоханссона, и я оставлю тебе жизнь. Ты понятия не имеешь, насколько глупо стоять у меня на дороге. Пора тебе это узнать. Кровавый щит и... Здравствуйте, господин. Где ты, где ты, где ты? Я тебя не вижу. А, наверху все еще стоишь. Ты можешь стрелять по мне сколько угодно. Ты трус, 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 трус. Грюнфельдбах. Давай. Получи. Может быть, его кулаками лучше. Не знаю. У меня крови-то почти не осталось. Хотя нет, есть пакетик. Давайте попробуем по нему
Кровавый удар, кровавый удар, кровавый удар, кровавый. Кипение крови. Фигня. Вот прошу прощения за слово фигня, хотя за него просить прощения не стоит. Я убью тебя, убью, убью. Получай, получай, получай. Наглый, трусливый, мерзкий, старый хрыч. Ну, может, не особо и старый, но ты отведаешь моего клинка. А может быть, топора? А может быть, и топора? Ах ты, гадок, кусок. Отведай топора. Как же хочется его уничтожить кипением крови, но вот скотина не дается. Получай, получай. Да, мне топором нравится больше, хотя, в принципе, мне кажется, один и тот же урон. Ну, привет. Ах ты, зараза, ах ты меня скинул. Ах ты еще и сам выбросился. Получи. Да что ж такое-то? Это просто бестолково, нудно и противно. А так, в принципе, легко. Когда же я его уже убью? Это не в принципе легко, это абсолютно легко. Он не наносит мне никакого урона. То есть он просто лох. Самый обыкновенный лох. Ты слышал это? Я всем сообщила, что ты лох. Ты должен уничтожиться сам от этих слов. Почему ты не даешь мне это сделать? Крови вообще не накоплено. Да ты что? Ты мне столько здоровья снес? Я в шоке. Правильно, правильно, стой на месте. Зараза. Вот так. Я сделаю это с тобой таким же образом. Получи, Грюнфельдбах. Я устала от тебя. Я от тебя устала. Уничтожься. Опять наверх бежать. Не, ну вы издеваетесь. Какой глупый босс. Причем он для некоторых кланов очень сложный. Сразу вам скажу, что если там играете за... Ну, даже не знаю, особенно за кого. За кого-то я еле его прошла. За Вентру, наверное. Получи, получи. Хе-хе-хе. Вот. Моя последняя пляска на твоем трупе. Вот так. Дан-д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 ан. Труп исчез. Магия, магия, магия. Грюнфельдбах сам вампир. Он всем врал. Мне дали за него хоть сколько-то крови? Ну, конечно, целую единичку. Потрясающе. Очень щедро. Давайте-ка мы сделаем вот так. А вот и доктор Йоханссон. Доктор Йоханссон? I am an archaeologist. You can't hold me here like this. I am a hostage. I do not need protection. Bring me back to my hotel at once. Я здесь, чтобы помочь вам, доктор Йоханссон или Йоханссон. Решайте сами, как вам это приятнее слышать. Они идиоты. Why do they insist on keeping me here? Who are these people? Кучка свихнувшихся вояк. Отвечайте, пожалуйста, на мои вопросы, и я вытащу вас отсюда. Нет, ну, как-то грубовато звучит, давайте я отвечу так, теперь их больше нет. Я могу вас отпустить, только ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Да,
Yeah, okay. Anything, just get me out of these caverns and away from these crazies. I think I'm starting to get pneumonia. Расскажите мне, что знаете вы о Панкарском саркофаге? The sarcophagus? You went through all that trouble for the sarcophagus? Yeah, I'll tell you. But don't you think it would be better to get out of here before those men come back? Я с ними разобралась, они больше нам не помешают. О боже, ну ладно. Извините, у меня сейчас кот полез мне на колени, отвлек меня, паразит. После того, как я отвечу на ваши вопросы, вы можете мне убежать. Конечно. All right. Where should I begin? Что вы можете рассказать мне о Анкарском саркофаге? Let's start with the history of the Ankaran sarcophagus. That is a long and interesting legend, lost and found throughout the ages. Tell me, are you familiar with the Assyrians? Я знаю, кто такие ассирийцы, но, может быть, вы этого не знаете, поэтому я отвечу нет. Well, the Assyrians lived in Mesopotamia, a region between the Tigris and Euphrates rivers. Most of this territory is now modern-day Iraq, Iran, Turkey and Syria. Продолжайте. They were warmongers, conquerors, a people driven to expand by their kings. Even before the Romans, they migrated their conquered people to the territories to stem revolt. But I'm afraid I'm getting off the subject. Продолжайте. Yeah, well, the markings on the sarcophagus seem to hint that it is from sometime between 1050 and 800 BC. Which was a period of fierce expansion by the Assyrians. Oddly, for those years, only one king shows up on the historical record. Продолжайте. While most likely he wiped all evidence of his predecessor's existence or passed the name to his heirs, one monarch, Mesarach, the one-eyed king, is given credit for the territory and achievements of his time. But he would have had to have been over 250 years old, like Dracula or something. Какое отношение это имеет к саркофагу? I find it hard to believe a sarcophagus with a person as important as Mesarach could remain in, what is the word, pristine or intact condition for so many years. But this is who is believed to be contained within. Он был вампиром? You know, it is interesting that you ask me that. The goddess on the outside of the sarcophagus was Lamastu. In Assyrian myth, Lamastu was an evil demoness who preyed on humans. Many people cite her as the mother of vampire myth, and... E? The engravings on and found around the sarcophagus portray a regal figure drinking the blood of his enemies. Now, this image is found in many cultures, specifically among those of royal lineage. But there is a quite scientific explanation. И что же? A disorder known as porphyria. In short, it is caused by a deficiency of the iron in the blood, and in many cultures, for the nobility that could conceivably get away with the cure, the treatment was to drink human blood. Ну, в принципе, порфирия это, конечно, к этому не имеет никакого отношения. Ну, ладно. Так что же, Мессерах пил человеческую кровь? Perhaps. Drinking the blood of your enemies is, if nothing else, symbolic. It can inspire fear in your foes and dissidents. Don't misunderstand me. I in no way believe it was a vampire. Vampires. That's what caused this whole mess. These maniacs believe they exist. Ну вот, не только кровь пили. Например, древние славяне... Всегда ели печень врагов поверженных. Ну, и не только славяне, и викинги тоже. Да и все северные народы, в принципе, чтобы ощутить в себе вкус своего врага, чтобы принять его, чтобы его уважить даже, ели какие-то конечности или органы. Ну, в основном это была всегда печень.
Не знаю, может быть, потому что ее есть сырой наиболее приятно. Не пробовал, не знаю, пробовать не собираюсь. Как вы нашли анкарский саркофаг? That is, you see, in archaeology, one can spend years looking for a dig site, following local rumors, studying old maps. It's a complicated process, very boring. Это интересно, продолжайте, пожалуйста. Finding and organizing a dig is the least interesting part of an archaeologist's job. Trust me, you don't want to hear about it. Вы сомневаетесь, если думаете, что мне это не интересно. Ну так ладно, вы действительно полагаете, что внутри саркофага миссерах? That I can't be sure of, nor can anyone. But I promise you, it is more likely to be filled with gummy bears than vampires. Perhaps maybe a mummy, but not likely the kind to go about chasing Abbott and Costello. Что вы еще знаете о вампирах? Not much, really. I'm an archaeologist, not a mythologist. But I do know that Lamastu, the Assyrian demoness, was thought to have been the inspiration for Lilith, the first wife of Adam in the Jewish Old Testament, another source of the vampire myth. Вот оно как. Ну, а как же мне все-таки открыть этот саркофаг? Подскажите, пожалуйста. Ah, quite interesting. There is a surprisingly complex mechanical lock on the face of the sarcophagus. By sheer luck, we were able to find the key not far from the sarcophagus. Why no one ever found it and robbed it, it's perplexing. Ключ, ключ, конечно, он есть у вас. How strange you would ask. I haven't seen the key since it was loaded onto the Elizabeth Dane in Turkey. It was stolen before the sarcophagus even. I am still hopeful that the police find both pieces before the contents can be disturbed. У вас есть копия ключа? No, it's not the kind of key you can copy at the hardware store. It's actually very sophisticated, and I meant to study it at the museum. I've answered all your questions. Do you think now you could please get me out of here? I don't care who you are or why you've had so many questions about the sarcophagus. I just want to leave this place. Хорошо, я отпущу вас. Тут рядом есть лодка. Мы сможем убраться отсюда на ней. Thank you, my friend. I don't know where you came from, but I will never forget this kindness. Хорошо, Йоханссон. А теперь небольшой туториал по поводу того, как спасти Йоханссона. Я постараюсь это сделать. Кстати, настройки игровые, визуальные, мышь, клавиатура. Так. Ладно. На всякий случай я попытаюсь сохраниться так. Надеюсь, меня не подведет мое сохранение. Итак, мы двигаем Йоханссона, двигаемся, двигайся, старый пендюк, куда ты пошел? Двигаем его до двери. Нет. Я презираю тебя, презираю. Итак, я потратила энное количество времени, чтобы поставить этого старого пня нормально. Но он относительно нормально стоять не хочет. Пусть будет так. О боже, ты еще не сдох. Когда же ты это сделаешь? Как вы меня все задолбали. Твой судный день настал. Ну, твой тоже. Итак, пень, старый пень. Двигайся за мной, двигайся. Давай, бежим. Наша задача состоит в том, чтобы двигать ножками. Ножками своими мы шевелим. Давай, не застревай в углах. Беги за мной. В
Господи, какая нервная миссия. Нам нужен этот старый пень, только тогда обрадуется Бекет. Иначе Бекет не обрадуется, мне он очень нравится и не хочется его расстраивать. Дед! Не трать мое время зря, там кто-то кричит на фоне, кому-то плохо, кому-то очень-очень печально. Дед, я слышу твое топанье, мне нравится то, что ты топаешь за мной. Инвентарь полон, да мне как-то наплевать. 16 секунд, 15 секунд, 14 секунд, я такой хороший вампир, я не должна умереть. Люди, за что вы так со мной? Дед, ты за мной? Дед! Дед, ты тут? Все. 3 секунды. Ух, я даже упала. Фуф. Зато мы спасли его. Мы спасли деда. В этом заключена вся сила нашей вампирской мощи. О, боже. Как это было нервно. Я даже расстроилась, что мы его не спасли. Что это за пакость, которая валяется здесь повсюду? Оставим пакость на потом. Вам так не кажется? Эй, у тебя Йоханссон сидит, нет? Ладно, не суть, не важно. Спасибо за то, что были сегодня со мной. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось данное прохождение. Потому что я была страшно рада вновь очутиться в этой игре. Это одна из моих самых любимых игр. С вами была Асина. Всем хорошего времени суток, будь то ночь, день, утро или вечер. До новых встреч. Всем пока-пока.